Итак, всем привет! Мы на канале Артёмик. И решили, что сегодня мы с вами поиграем в игру Roblox. Ну да, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется «Побег из магазина бургеров». Погнали! Ну вот тут мы с вами только наступаем вот эти вот стулья. Но это, на самом деле, очень легко и просто. О, смотрите-ка, мы сейчас с вами учили, они все время это вылазили-то. Вот себе 5 картошков фри, на которых наступать я нельзя, но я только за 1 секунду погибаю. Мне придется, когда вы просто стоять, блин, эти игроки ценные, только ждать придется. Наступаю вот на эти вот пельменчики мои, да баба вы. Давай, садитесь уже. Уходите. Так, вот тут сами пончики, друзья. Дочка, я и хотела ее догнать-то. О, печенюшки, наконец-то как побеги от злой бабушки. Так, ну мы с вами сейчас вот сюда вот идем, и там с вами вот эти трубы, которые на них наступать нельзя. Ну, тут сами бургеры, на которые они, вот смотрите, какие они-то. Это так называется, сам побег из магазина бургеров. Ну, вот сюда вот нельзя идти, потому что попкорн с вами, смотрите, какой. Баба, меня не догонит, наверное, не там уже иду, блин. А я сейчас на эти бургеры. Баба, да меня догонит сейчас из-за этого, блин, скорее. Здесь когда мне как старик стоять. О, все, наконец-то. Вот, наконец-то, теперь тут с вами легко, да и просто, и попкорны, смотри, какие-то. Это не за побег из магазина бургеров, а тут сказать, какой попкорн. Это сам желтый попкорн, блин, как я, баба, меня догнал, блин. Как мне его догнать-то? И как, что ли? Никак его не догонишь, только ждать, кто он погибать будет. Эх, а, вот он. Баба, все, я оказался здесь. Что мне делать-то, беда? Спокойствие, только спокойствие, у меня не дождалось, и догонять придется, баба. Да что такое, это лазер такие должны быть. Что только прыгать, тут скакать можно. Ну да, я потому что давно не записывал видосики про Roblox, потому что в Майнкрафте записывал на сибирское метро. Бургеры хочешь взять? Иди беги. Ой, меня сожрал, блин. Блин, как у него, смотри, какой он. Буги хотел тут съесть. Да это что? Почему он как-то мозги ест? Вообще непонятно, что мозги есть. Кости, смотри, какие. Почему мозги ест-то? Если точно. Если кости какие-то обычные, кости. Опять этот слизь зеленый. Что вообще как-то ест тут? Это вообще непонятно, что это. Почему на эту штуку-то галочку нельзя наступать? Вот без наступаю вот так только. Так, да, вот это с вами непонятно что. Придется, когда мне игроков ждать, а их тут нету. Придется когда ходить, как угодно. Так, вот так вот, что ли. Вот так вот. Да не сюда, блин. Так, пойдем-ка вот сюда сейчас. Посоедину. Все, я дошел. Эти какашки тут, что это вообще такое-то от этого игрока, блин? Это как тут скользко вообще. Баба, скользко, как. Ой, только, пожалуйста, только не пожалуйста, блин. И потому что даже нельзя ничего здесь делать, не поправить, не ушистый. Вот все, наконец-то, сейчас я от этого рта уже уйду. Вы меня не найдете. О, попкорный, баба. Игроки, я вас съем. Просто я бы пол доступаю. Давайте сейчас. Никак все не заберешь. Чуть за лестницу. Пусть так что здесь повесили-то. А, картошка фри. Так, побег из магазина бургеров. Это вообще посмешнее. Посредине. Да, баба. Опять что-то тут оказался. Так, пойду-ка вот сюда снова. Баба, я иду туда. Забыл как. Так, вот сюда сначала. Потом вот сюда вот надо ходить, блин. А потом уже снова вот сюда. Да баба опять. А, что-то погибать надо. Вот сюда сначала вставаю, потом посадить, жаль, что нет. Так, давай, мы сейчас пройдем побег из-за этого, как сказать. Ну, мы с тобой остались на вот эти вот бугерочки, блин, баба. И кого можешь только наступать-то? Вот эти, что ли? А, да, только на эти, это же... такие очки.
Да, там только бургер меня съел. Смотри, как смешно. Опять советую бургер, вот это он ест. Ну, хорошо, что он съел бургер, не вот эти вот гадости. У него прямо барш во рту, у него сосиски тут во рту, блин. Эх, сосиски я вижу. Да, баба. Ты что тут такое-то? Только прыгать придется, скакать мне. Да, только вот так вот надо. Так, вот сами сосиски откуда-то у него взялись. Помидорище, смотри, какая тут у нас. Жиза какая-то. Так, да, это сами такой сыр, просто, или горчица заматывает такая вот. Смотри, как... А тут придется когда только стоять. Я тут почти добежал. Я так не успею, блин, пока ты погуляет сразу друга. Мне так точно телефон отберут, и ну, когда так по последней видео, только будет все станции Новосибирского метро. Вот, наконец-то. Ну, да, вот тут яичница с вами. Да. А вот это сам бекон вообще. Что это за бекон? Тут так вот у нас с вами бекон лава. Бекон, я вижу. Бекон лава. Я бекон лава упал, к сожалению. Как-то очень много беконов-то, на них наступать вообще тут очень, наверное. Ну, это 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 беконов навалились за тарелку, так? Опять это картошка фри, блин. Ну что, это побег из магазина бургеров, не какой-то не побег из магазина такой-то. Это как Спанч Боба еще так же готовит там бургеры-то. Так, мы с вами оказались вот уже в попочке. Мы уже с вами на улице почти добрались. Так, на самом деле тут с вами лестница, смотри, какая лестница. Провода, тут я уже почти добежал, блин. Так, мне заново не подниматься по этой долбанной лестнице. Да, баба! Ты что, ты Ты что, ты падаешь все время, ты скакаешь, блин. Давай теперь, когда она поосторожнее, потому что не припрыгивать же вот эти вот сами. Мы так точно не умрем. Да! По лестнице подниматься придется. Надоело уже так. Почему сюда нельзя наступать-то? По дороге только наступать, я там уже все прошел. Так, уже почти мы сюда бежали, на память так закончится. Так, чтобы я не падал вниз, только есть два плана, чтобы не упасть. Вот, смотри, мы попали уже вот сюда. А вот там сам магазин бургеров, который, это кто-то запер под нас. Вообще непонятно, кто-то запер вообще. Ну все, на этом мы с вами уже все прошли. Посмотрите-ка, я скакаю просто, шедевр. Почему сюда наступили сейчас? Вот, давайте-ка я сейчас наступлю. Только не сюда, только не сюда! Я хотел напрыгнуть сюда. Что делать-то? Ты заду, что ли? Так, заду, значит, придется пока. Да! Ты где это? Я сейчас оказался, тут меня рот чуть не съел, мне все сожрал, блин. Давай-ка я еще раз к черный путь. Эй, как смешно. Так, давайте-ка мы сейчас мне сейчас вот сюда вот пойдем. Да, смотри. Да, смотрите-ка, я оказался тут в голове шеечки. Да, смотрите-ка, я тут вылетел. Да! Я так добежал, блин. Давайте еще раз. Что, как-то прыгает очень стрёмно, это строго. Вот, смотрите, как где я оказался-то. Погиб снова я. На самом деле, тут непонятно что, но я попадался. Не кидайся, пожалуйста, игрок. Да! Ну вот, на этом прощаюсь. Итак, и сегодня мы с вами поиграли в игру Roblox. Устроили мы с вами побег от... Так. То есть, на самом деле, это будет более смешнее, потому что так вот можно даже вот сюда вот наступить. Подняться вот сюда вот не получится. И вот мы со всеми попрощаемся, друзья. Итак, и сегодня мы с вами поиграли в Roblox. Устроили мы с вами побег. Побег из магазина бургеров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, блин.
2 секунды, 3, 2, 1. Мы были на канале Отчаянники. До свидания. Пока. До свидания. И всем пока-пока.